Дети должны получать такой уровень знаний, который поможет им поступить в престижнейшие университеты мира. Об этом заявил глава Якутии Егор Борисов на совещании по организации Международной арктической школы в регионе. Напомним, что с инициативой о создании школы Борисов выступил в 2014 году на ежегодном послании Госсобранию Илтумен. В этом же году правительство приняло соответствующий комплексный план. В ходе совещания, которое прошло в минувшую пятницу, обсудили концептуальные основы школы, точки соприкосновения, идеи с существующими проектами и многое другое. В частности, речь шла о кочевой школе.